Я хочу пригласить. Можешь подняться сюда? Как только Сара появилась в моей жизни, я понял, что все стало меняться. Мне казалось, что я знаю ее с самого детства. Настолько она родной мне человек. Это на самом деле тот человек, благодаря которому я чувствую себя счастливым. И... ты все для меня, Сара. Я бы хотел... я хочу сказать, что хочу провести с тобой всю свою жизнь. Вау! Вау! Иху! Так вот. Что ты делаешь? Я не выйду за тебя сейчас. Как? Скажи да! Не думай, пожалуйста. Скажи ему да! Ты же знаешь, у меня были опыты. Все же смотрят. У меня пока нет доверия. Просто мой бывший мне изменил. Я боюсь, что ты тоже так сделаешь. Но как? Скажи мне да. В чем проблема? Я не готова пока что. Нет. Почему ты не обсудил это со мной? Ты меня обманешь. Я не хочу. Что с тобой? Прости. Жесть. Что такое? Ты что делаешь? Какой позор. Мама купила это кольцо. Пока. Вау. Друзья, ваше мнение. Как бы вы отреагировали? Как бы поступили? Обязательно пишите, и чем больше, тем лучше. Поставьте лайк. Все старания для вас. Дальше. Больше.